Наш гость из далеких Филиппин, Аугусто Бенедикто Сантос. Ваши аплодисменты, друзья. Если все участники готовы, мы приглашаем их в ринг. Итак, лучший бэби выставки. Также непростая задача для Аугусто Бенедикто Сантос. Пятерка претендентов на выход в финальную часть. Из огромного множества очаровательных щенков, тем не менее, сначала только пятерка. Так, есть первый из пятерочки, первый претендент, наше поздравление. Есть второй претендент. Есть третий претендент. Наши поздравления. Даже шесть у нас претендентов. Именно таково было решение судьи, и оно является для нас неоспоримым. Спасибо огромное всем участникам. Напомню то, что выход у нас располагается вот в той стороне ринга. А мы продолжаем отбор. Thank you.
Ну что ж, тоже непросто далось решение нашему гостю Аугусто Бенедикто Сантос. Но, тем не менее, решение принято. Почетное третье место. Сибирский хаски. Почетное второе место. Французский бульдог. И первое место в конкурсе лучшей бэби-выставки. Бернский зенинхунд. Ну что ж, а я нашим уважаемым финалистам...